Один раз так приготовьте и будете готовить такую рыбку постоянно. Камбалу хорошо моем и при помощи ножниц удаляем все плавники. Дальше с помощью ножа делаем неглубокие надрезы по хребту. Рыбку хорошо с двух сторон солим и добавляем черный молотый перец. Перекладываем на противень. Теперь в глубокую емкость отправляем измельченный лук, томат, добавляем майонез и столовую ложку соевого соуса. Перемешиваем. Теперь подготовленную массу аккуратно равномерно выкладываем сверху на рыбку и запекаем в духовке 180 градусов 25-30 минут. На выходе получаем очень вкусный и полезный обед или ужин. Всем советую приготовить по этому рецепту.